Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева представляет выставку «Весенние экзерсизы», посвященную Дню работников культуры и искусства, которая продолжается в Центральном выставочном зале. В выставке участвуют художники, долгие годы проработавшие в музее, и те, кто продолжает работать в настоящее время. В весенних экзерсизах представлены произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.